За моей спиной находится прекрасная конструкция под названием «Зеленый забор». И, дорогие друзья, посмотрите, как прекрасно выглядит эта 4,5-метровая конструкция. Мы благодарим благодарного клиента компании «Зеленый забор», который позволил нам здесь снять и ответить на часто задаваемые вопросы. И один из них, я хочу сказать сейчас и озвучить, и ответить сразу же на этот вопрос, это как «Зеленый забор» держит температурный режим. Друзья, сегодня 28 февраля, последний день зимы. Эта прекрасная конструкция была установлена в августе месяце, то есть прошло уже полгода. И этот забор, он стоял при температурном режиме плюс 30 и простоял эту зиму. Максимальная, по-моему, температура у нас была минус 25. И я хочу показать, как прекрасно он выглядит. Давайте пойдем вместе посмотрим. Самое интересное, что здесь на 13 сотках около 600 метров квадратных. Смотрите, как прекрасно держится ворса. Ворса отстояла великолепно всю зиму. Вы видите, что забор не осыпался. Вы видите, что он имеет такой же цвет. Вы видите, что он также прекрасно и гармонично вписывается в пейзаж этого прекрасного участка. Мы видим, что все находится в таком же состоянии, как и забор был сделан. Прошло не так много времени, но, тем не менее, забор стоит. И даже можно посмотреть, что есть элементы охраны, которые очень легко вписываются в нашу конструкцию. Вот. А теперь, обратите внимание, лежит снег, выцветшая трава, желтая трава и прекрасный зеленый забор. Вот такая вот высота 4,5 метра, которая, наверное, бы испугает любого человека, если бы это был бы металлический забор, либо это был бы деревянный забор, либо это был бы кирпичный забор. Здесь же легко, здесь забор дышит. Я хочу отметить, что непрозрачность зеленого забора одностороннего 80%. То есть какие-то интимные зоны, места, где вы хотели бы уединиться, будут закрыты от посторонних взгляд. Поэтому звоните нам, мы ответим на все вопросы. Хотел бы обратить ваше внимание на очень интересный элемент. Смотрите, как может происходить. Мы можем делать вот такие вот прекрасные калитки из нашего ограждения, которые будут мало того, что красивые, но красивые, так еще будут нести с собой определенную функцию. Функцию — это место, куда вы можете спрятать весь дачный инвентарь, это место, где вы можете закрыться от соседей или сделать для них какую-то лазейку, чтобы они приходили к вам на кофе. Также вы можете увидеть элементы охраны, датчики движения. Они гармонично вписываются в забор и монтируются очень просто, без нарушения конструкции. Соответственно, никакой коррозии, никаких других неприятных вещей у вас не будет. Друзья, обратите внимание, это лиственница. Она уже взрослая, самодостаточная, но без хвои. И вот наш прекрасный зеленый забор, который простоял всю зиму рядышком с ней и не поменял цвет, который всегда зеленый и летом, и весной. Ну, и я хочу сказать, что если вы не знаете, как закрыть, может быть, какие-то интересные места, например, как теннисный стол, например, как техническое помещение в доме, зеленый забор поможет вам. Зеленый забор скроет все изъяны, а также закроет от постороннего взгляда и ветра. И можно заниматься спортом, можно играть в теннис. Ну и напоследок, мы поставили забор не только себе, но и нашим, надеюсь, многоуважаемым соседям. Поэтому, друзья, объединяйтесь, звоните. Мы расскажем, как сделать лучше. Мы поможем смонтировать и, безусловно, дадим все максимально качественные консультации по нашей продукции. А я хочу напомнить, что мы даем гарантию на нашу конструкцию 10 лет. И 10 лет на наш материал, который не выгорает, который не горит, и на который мы все имеем сертификаты. Поэтому обращайтесь, звоните. Вот так вот прекрасно может шелестеть ваш зеленый забор. У вас дома. Звоните.